Всем привет! У нас такая хорошая погода, минус 5, солнышко, а я еду в стоматологию. Смотрите, какая у нас красота, солнышко светит. И прям выходишь на улицу, уже такой воздух какой-то весенний, весной пахнет. Скоро еще месяц и весна. Пришла со стоматологии, очень довольная осталась я. Сейчас зашла, написала отзыв на сайт, отзыв о самой клинике, о персонале. Конкретно написала отзыв о враче, который мне лечил зуб. Мне очень понравилось, очень аккуратный, вежливый персонал. Сам доктор прям все аккуратно, все прям движения все такие нежненькие, все ну идеально, просто идеально. Записалась на 1 февраля, пойду еще один зуб лечить. Цены приемлемые, что очень порадовало, это цены. У них на сайте написано, что цена у них цена очень хорошая, понравится всем. И качество. За качество они отвечают, дают гарантию своей работе. Поэтому, ну, в общем, цены порадовали очень. Очень честно, я 2 года назад лечила зуб в 2 раза дороже. А сейчас я вылечила зуб, мне, в общем, можно сказать, в 2 раза больше сейчас нужно было лечить, чем тот, а цена меньше вообще. Я, конечно, в шоке, я потому что рассчитывала, я в том 2 года назад вылечила зуб, 6500 отдала за него. Сейчас я сидела, когда в кресле рассчитывала, думаю, хоть бы 10 хватило. Отдала 480. Кушать можно сразу же, сейчас все делают, все пломбы, не нужно бояться, что она у тебя отвалится там где-то, все хорошо. Короче говоря, кушать можно сразу. Единственное, что 2-3 дня нельзя там черный чай, кофе, ну, кто курит, сигареты, потом там свекла, сок, продукты, которые могут красить. В общем, нельзя. Сделала себе омлет по-быстрому, 2 кусочка колбаски пожарила. Сейчас перекушу, кушать хочу, не могу. Настя у меня со школы пришла, дрыхнет. Зашла после стоматологии, купила 2 литра сока. Настя, чипсики, 121 рубль, такие чипсы. Дальше взяли вот такое вот мяско, корейка фермерская. Но это не в магните, это я в другом магазине покупала, поэтому чека нет. Не помню, в общем, кусочек. Что-то около 200 рублей кусочек выходил. Вот, чека нету. Огурчики в магните. Огурцы 180 рублей килограмм. Перфект. Перфект пока по акции. Вот беру его. 22 рубля. Яблочки. Эти яблоки были без акции. Красные. 100. Так, сейчас скажу, сколько они. Где яблоки? А, вот тут они вышли настолько. По 73 рубля килограмм, в общем. Соль. Соль 22 рубля. Я беру вот эту соль. У нас есть еще соль по 12 рублей, по 10 рублей. Но вот эта она прям совсем миленькая такая. Я уже к ней привыкла, поэтому вот авокадо взяла. Авокадо 380 рублей килограмм стоит. Вот на 90 рублей штучка вышла. Чак-чак 120 рублей. И булочку бородинского хлеба 35 рублей. Это я себе бородинский хлеб. Вот такие вот покупочки на 1000 рублей вышли. Заехали сейчас в Озон, забрали Настину долгожданную посылочку. Это планшет. Когда пришел, я говорю, коробка пришла. Я говорю, боже, это что такое, телевизор на кухню, что ли? Такой огромный планшет. В общем, ждали очень долго в этот раз. Обычно на Озоне быстро все приходит. Здесь ждали долго. С ноября. Когда ты в декабре ты ездила? В начале декабря или в конце? В конце ноября она ездила на соревнования, когда она заняла золото, первое место. В общем, вот ей папа пообещал перед соревнованиями еще, потому что там были прям такие всероссийские соревнования. И чтобы еще как можно побольше подбодрить, поднять дух боевой, папа ей пообещал за первое место подарок. Ну, первое место состоялось, а подарок, к сожалению, пришел только сейчас. Ну, к сожалению, это потому что долго очень шел, получается, 3 месяца, да, почти. Ой, что-то я говорю, 3. Ну, 2. 2 месяца шел. Очень долго. Ну, может быть, из-за праздников. Фоткаешься, что ли? Ты пароли уже устанавливаешь? Довольная?
заехали в светофор. Порошки я вам уже говорила, порошки, гели для стирки, такое я в светофоре не беру, потому что ничего оно не отстирывает, как бы там ни говорили, ничего не отстирывает. Взяла гель для... Ой, гель, говорю, господи, кондиционер. Вот такой кондиционер, вот такая большая, прям она огромная. 111 рублей, запах, девчонки, прям обалденный, очень-очень-очень шикарный такой запах. Так, с чем он у нас тут? Такое вот райская магнолия. Сколько? Ну, тяжелая такая бутылка. 3 литра. Вот. Ну, запах я прям понюхала. Ну, кто вот будет в светофоре, понюхайте. Их 2 вида. Вот именно вот такое. Райская магнолия. Вот этот черно-красные цветочки. Синяя бутылка и черно-красная этикетка. Запах прям шикарный. Вот. Купила, в общем, в светофоре. И взяла еще. Взяла еще вот кошкам вот этот вот наполнитель, который там беру. Что-то какой-то маленький мешочек у них стал. Очень маленький прям. На сколько он? На 10 литров. Что-то какой-то прям махонький стал. Сейчас еще заедем, люкс воду возьмем. Настин рюкзак тут лежит. Погода у нас хорошая, на улице тепло. Подожди. Наушники покажи. Подарок. Посылочки забрали, кушать захотели. У меня, в общем, тут подогрело, оставались макароны. Курочку в духовке запекала. Так вот ее растеребили всю. Молочко сейчас попьем. Повезла Настю на тренировку. Решили с подружкой в пиццерии посидеть, пока у Насти тренировочка. А то 2 часа ждать ее. Тяжело сидеть 2 часа там ее ждать. Поэтому в пиццерии будет лучше. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. Еще одна горочка, но только это совсем маленькая. Ну, здесь ты точно не скатишься. Настя решила скатиться. Там-то была какая большая горка. Ну, тут ты хоть немножко едешь, а там она вот так ехала. Это для лялек горка. Вставай, не морозь задницу. Давай сфоткаемся.